Итак, всем привет! Сегодня я снимаю сетки. Приехал с сыном. Иннокентий сегодня не пришел. Дует такой небольшой южный ветер. Юго-западный, может быть, даже. Да, немножко юго-западный. Поэтому камеру поставлю здесь. С той стороны сетку скинул, концы считай, чтоб в воду, поэтому тут уже без вариантов, снимаем уже по-любому, при любом исходе. Кстати, всех с международным днем единства. Так, маленький этот попался. Петрик, выпускаем его. О! Что там? Рыба какая-то. Вот это Петрик называется, вот это Петр. Да, какая-то рыба попалась. Большая, нет? Сюда чуть-чуть подвиньте. Один налив. Попался вот такой налим. Налим дивенди. Только сетры. Попался налим Никодим. И вот посмотрите, сейчас я покажу вам его форму.
форма налима, так скажем, немножко удлиненная. Вот посмотрите, у нее удлиненная такая морда лица. Вот. Как у труханского кости ловятся, вот местные налимы, вот светлее, немножко светом. Все, обмазал меня. Улов сетки. А сейчас давайте пойдем на вторую. Вторая сеть. Снимаем сразу ее. Что у нас тут? Так, первый уже попался сик. Сик уже маленько почурился. Даже муксун есть. Отлично. Смотри-ка. Хороший улов сегодня сына. Хороший муксун попался. Причем. Глухой. О, какой муксун попался нам. Еще один сижок. Даже чурок, так скажем. Небольшой чурок попался.
такая вот рыбалка. Чир, мухсун, сик, все есть. Вороны вон уже начали склевывать на лима. Сын побежал. Маленько поклевали, видать. Ну пускай едят, пускай. Оставим воронам на лима. Пусть тоже поедят. Ну а вы были на канале Клевая Рыбалка. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Скоро на канале будет розыгрыш. Хочу также разыграть 5 ножей, серебряное кольцо и календари. Всем удачи, всем пока!